Ровное дыхание, внимание к замечаниям концертмейстера, ценные указания для начинающих саксофонистов от виртуозов. В Химках проходят мастер-классы для юных музыкантов по программе известного дирижера Юрия Башмета. Его профессиональные протеже в нашем городском округе уже произвели фурор и готовят подрастающее поколение для сцены. Был создан молодежный состав оркестра симфонического, где молодежь выступала. И когда он создавался, то одним из первых они выступали у нас в городском округе Химки в Доме культуры «Родина». Вот. Концерт был замечательный, всем это понравилось. И, соответственно, вот нам одним из первых было предложено вот такие вот уроки мастер-класса. Программа подготовки только стартовала, рассчитана она до середины декабря. За это время мастер-классы проведут по скрипке, фортепиано и виолончели.